Всем привет! Меня зовут Вика, и наконец-то ты попал на мой канал. На самом деле, это видео я планировала снять уже довольно-таки давно, потому что, кто не знает, 21 февраля мне исполнилось 14 лет, и поэтому я собиралась снять видео о моих подарках еще давно, но никак не дошли руки, у меня была сильная загруженность, вот только сегодня я смогла снять это видео. И давайте не будем медлить, и я вам покажу, что же мне подарили на мое 14-летие. А первый подарок подарила мне моя одноклассница Арина, и это книга. Я люблю читать, возможно, когда я ее прочту, вы увидите ее в моих лайках. И, наверное, многие из вас знают фильм «Дом странных детей мисс Пилигрим». Это книга. Следующий подарок от моей крестной. Это чайный набор. Это сервиз. Это фарфор. Немножко СМР. И он безумно легкий. То есть я держу сейчас эту ружку в руках, и я ее практически не ощущаю. То же самое с этой тарелкой. Она настолько легкая, потому что это фарфор. Следующий — это подарок от моей сестры. Вот такие мармеладки. У меня же лапки. Они со вкусом тутти-фрутти. Просто посмотрите на эту упаковку. Также она мне подарила то, в чем я так сильно нуждалась. Это кружка, причем необычная термокружка. Ой, кружка. Бутылка. Просто посмотрите на эту лисичку. Еще тут было шампанское безалкогольное. Оно было безумно красивое, с перламутром, переливающееся прямо как космос. Но я его, естественно, уже выпила. Если бы вы были подписаны на мой инстаграм, ссылочка, как всегда, в описании, переходите, подписывайтесь, то вы бы уже увидели это шампанское, вы бы уже видели половину подарков, потому что в своих сторис я это показывала. Далее я перейду к подарку от моей одноклассницы Алины. Вот такая безумно красивая палочка любимой. И вот эти шарики, которые вы видите справа от меня, это тоже подарила Алина. Следующий подарок подарила мне моя одноклассница Соня. Это подарочный сертификат в сеть косметических магазинов. Она знает, что я люблю это дело. А далее тут лежит шоколадка. Ну как лежит? Ее там уже нет, потому что Вика ее практически съела. И далее она мне подарила вот такой безумно милый и красивый блокнот. Welcome to the jungle. Добро пожаловать в джунгли. Здесь есть... цветные листы, это безумно красиво выглядит. Следующий подарок от моей одноклассницы Яны. Первое, что хочу показать, это книга. Яна подарила мне роман «Девушка из чернил и звезд». Книги «Моя любовь». Далее Яна подарила мне свечку с ароматом ванили. Очень вкусно пахнет ванилью. Свечки ароматички, это мой фетиш. Далее она мне подарила ручки. Ручки, ручонки. Синие ручки. Дело в том, что у меня они улетают просто в миг. Я не буду сейчас этого спать, с вашего позволения, хорошо? Просто знаете что, лежит еще куча конфет. Которых скоро там не станет. Следующий подарок от моих родителей. Так как мне исполнилось 14 лет, а следовательно я получаю паспорт, обо мне уже позаботились, чтобы он красивенько выглядел. Это обложка на паспорт Victoria's Secret. И следующий подарок — это iPhone 7 Gold. Смотрите, какой он красивый. Почему его здесь нет? Я же на него снимаю, да. Так что, так как мне купили новый телефон, то качество моего видео должно стать лучше. Я надеюсь, что это так. Я надеюсь, что я никого ничего не забыла. А на этом мое видео подошло к концу. Если тебе оно понравилось, то не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И на этом было все. Я всех очень сильно люблю. Спасибо за просмотр. Пока.